Приветствую всех, друзья! С вами, как всегда, ваш верный слуга Рассел. И все так же блогер на полшишечке, музыкант на полшишечке. Ну что же, давно я себя не радовал новым видео на нашем YouTube-канале. Возможно, и вас тоже, кто его знает. И срочно это нужно исправлять. Я больше чем уверен, что обложка видео вас очень заинтересовала. И да, это случилось! Боги услышали нас! И это произошло. Мы рады сообщить вам новость о том, что мы наконец-таки нашли нового вокалиста. Забегая вперед, скажу вам, что вокалист совсем, от слова совсем необычный. Ну что, я вас заинтриговал? Ну, если я вас заинтриговал, то по стариночке подписываемся на наш канал, жмем на колокольчик и ставим царский лайк. Ну а пока вы смотрите нашу новую заставку, я поехал его встречать. Солнце, солнце прячет твой страх. Ну вот я пришел на вокзал, сейчас с минуты на минуту подойдет наш новый вокалист. Очень любопытно посмотреть, как он выглядит. Сразу забегая вперед, вам скажу, что он необычный. Так что смотрим видео до конца, и мы обязательно вам покажем, что это за вокалист и какие его вокальные возможности. Блин, мне уже очень интересно его увидеть, как же он выглядит. Ребята, я прям уверен, что вам тоже очень интересно увидеть нашего нового вокалиста. The way down, everything is a new day. Sacrifice hard work is gonna pay. Never forget or never give up. No matter what, keep your head up. Yo, what's up, my people? What's up, Murmansk? It's your man, Lil Boo. I'm here in Murmansk, you know, because I heard about one group, you know, called Nereida, you know, and I was like, wow, I was just overwhelmed, you know, and I was like, I'm gonna discover this group, you know, and now I'm part of the team as a vocalist. And I'm, you know, here, you know, in order to do something, guys, with you, in order to give you the best vibes, you know what I mean, you know. Yo, короче, я просто слушал, что у Нереида ищет вокалист, и после этого вообще я был готов учить по-русски. Только что могли выступать в такой отличной группе, потому что для меня это просто нереально. И вот уже в Мурманск приехал, готов вам дает самая-самая-самая позитивная энергия. Это рок-группа Нереида Forever. Дорогие друзья и зрители нашего канала, я с большим удовольствием объявляю о поисках людей для съемок нашего нового клипа с нашим новым несравненным вокалистом. Как видите, работа уже кипит, и мы планируем снимать клип на новую песню. И для этого, конечно же, нам нужна массовка. И не просто массовка, а настоящие, искренние и яркие люди. Красивые девушки, рокеры, металлисты в рок-амуниции, косухи, напульсники, браслеты, желательно с нашим мерчем. Рэперы и фрики в образах городских сумасшедших. Дорогие друзья, вы можете и не быть фриком, но одеться как фрик и вести себя как фрик. И это будет здорово, это будет круто, потому что клип мы будем делать максимально интересным, веселым. Скажу вам сразу, что съемки клипа будет где-то апрель-май, это точно будет воскресенье. Мы уже приступаем к работе над организацией клипа, поэтому ссылку, где можно оставить свою заявку на участие, я прикреплю в описании под этим видео. Оставляйте заявку, мы с вами свяжемся. Сразу, ребята, сразу хочу отметить, что съемки – это непредсказуемое такое дело, поэтому оно может занять как и пару часов, так и весь день. И поэтому, если вы примете участие в наших съемках, то вы не должны планировать в этот день какие-то еще дела. Ну, теперь я готов вам показать работы нашего нового вокалиста Бубы Сенгера.
ранние работы. Внимание на экран. Ну что, друзья, на сегодня мы заканчиваем. Если видео вам понравилось, все то же самое. Подписываемся на канал, ставим царский лайк и жмем на колокольчик. А я с вами не прощаюсь, особенно с теми, кто примет участие в нашем клипе. До новых встреч!